Челябинске почтили память погибших в битве за Москву. Чиновники, военнослужащие и ветераны возложили красные гвоздики к вечному огню в честь Дня неизвестного солдата и 76-й годовщины контрнаступления Красной армии под Москвой. События 5 декабря 1941 года кардинально изменили ход войны. Немецкие войска были отброшены на расстояние от 100 до 250 километров. Великую Отечественную войну более миллиона южноуральцев ушли на фронт. Более 250 тысяч человек погибли. Большая часть из них до сих пор значится пропавшими. День неизвестного солдата появился в России в 2014 году. 3 декабря 1966 прах неизвестного солдата был захоронен у стен Московского Кремля в ознаменование 25-й годовщины начала контрнаступления советских солдат на немецкую армию под Москвой.